Что ждет таджиков в 2022 году? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на что нацелено правительство и к чему нам надо готовиться. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Итоги работы энергетической отрасли страны подвел президент Таджикистана Эмомали Рахмон на расширенном заседании правительства. Также глава республики определил главные задачи отрасли на 2022 год. Рахмон поручил энергетикам решить вопросы погашения долгов и принять меры для достижения полной энергонезависимости страны. Президент дал задание министру энергетики и водных ресурсов Далеру Джуме, генеральному директору Рагунской ГЭС Хайрло Сафарзоди и руководителю государства службы энергетического надзора Галибу Убайдулазода расширить строительство и модернизацию энергообъектов страны с целью недопущения технических потерь. Как заявил Рахмон, необходимо устранить задолженности по обеспечению электроэнергии в организациях и ведомствах сферы, ускорить строительные работы на Рагунской гидроэлектростанции. Очень интересным является то, что на своем послании к парламенту президент раскритиковал то, что население Таджикистана слишком много говорит по телефону, и таким образом за те деньги, которые они тратят на связь и интернет, можно было достроить Рагунскую ГЭС. И очень забавным стало то, что после этого в Таджикистане начались проблемы с интернетом и со связью. Многие таджики пишут нам о том, что у них упало качество интернета, связи, и во многом не работает VPN. А теперь Рахмон говорит о том, что мы будем достраивать Рагунскую ГЭС. Как вам такие совпадения? Может, он решил нам урезать связь и интернет и за эти деньги достроить? Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Глава страны напомнил о необходимости целевого использования выделенных средств на строительство и реконструкцию энергетических объектов и призвал к качественному выполнению строительных работ на них. Таджикистан, از روی کمبودن حجم پرتوی گازهای گلخانه‌ای نیست یکی از جاهای بلندترین را اشغال می‌کند ما قریب که نمی پرتویم با هم از این لحاظ استحصال و استفاده انرژی سبز از جمله افزایش رقابت‌ناکی اقتصادی کشور ما Для обеспечения полной энергетической независимости президент подчеркнул важность ввода в эксплуатацию объектов Рагунской ГЭС и строительства на новых объектах генерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. По словам премьер-министра Таджикистана Кахира Расулзода, в настоящее время в энергетическом секторе страны реализуются проекты на сумму в 16,6 миллиардов самани. Расулзода сообщил, что в прошедшем году объем выработки электроэнергии в стране по сравнению с 2020 годом вырос на 853 миллиона киловатт в час, или почти на 5%. А как вы относитесь к такой ситуации? И как вы думаете, возможно, они уже в ближайшее время достроят Рагунскую ГЭС, и у нас наконец-то не будет энерголимита? Вы в это верите? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!